Цены в регионе необходимо контролировать, причем делать это нужно тщательнее. Таково поручение губернатора Сергея Носова. Ситуация на рынке продовольствия, ситуация с обеспечением на данный момент продуктами питания, прежде всего, на данный момент нормально. Во всяком случае, есть небольшие колебания, но они не являются принципиальными. Качество мониторинга нужно менять, что-то углублять и уходить дальше, глубже. Нам важно мониторить не когда цены или ценники поменяли в магазине, а нужно мониторить ситуацию, когда цена нашим оптовикам объявлена только что. Тогда мы должны, иметь механизмы, еще раз повторяю, здесь механизмы меняет и правительство Российской Федерации, механизмы мы должны менять на региональном уровне, механизмы, позволяющие субсидировать, если необходимо, субсидировать этот вид деятельности для того, чтобы избежать резких колебаний или ненужных колебаний стоимости тех или иных видов продуктов. Прежде всего, я обращаю внимание на контроль за стоимостью других видов товаров. Это тоже принципиальные вещи. И то, что мы говорили с вами, мониторинг должен идти не от ценника, а от объявления цены поставщика. Я прошу на это обратить внимание.